Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В этом году каждый пятый погибший в ДТП на дорогах Кировской области водитель или пассажир не был пристегнут ремнем безопасности. Общее число таких летальных исходов, по данным ГИБДД, 18. Всего было зафиксировано более 120 аварий, где хотя бы один находящийся в автомобиле человек не воспользовался ремнем. Штраф за данное нарушение, напоминает госавтоинспекция, составляет 1000 рублей. Трасса 101. МВД выступила с инициативой отмены запрета на передвижение учебных автомобилей по автомагистралям. В ведомстве уверены, что такой шаг поможет повысить качество подготовки будущих водителей. Кроме того, Министерство внутренних дел рекомендовало автошколам увеличить количество часов практических занятий в реальных городских условиях. Трасса 101. В Верхах готовят важные поправки к закону о безопасности дорожного движения. Они устанавливают порядок взаимодействия между ГИБДД и медицинскими организациями. Если у гражданина в ходе планового осмотра будет выявлено заболевание, при котором управлять автомобилем запрещено, информация об этом будет оперативно передана в госавтоинспекцию. Та вынуждена будет приостановить действие водительского удостоверения пациента. Трасса 101. Примерно через год Geely планирует начать в нашей стране продажи среднеразмерного кроссовера KX11. Он должен составить конкуренцию корейцам Kia Sorento и Hyundai Santa Fe. Стоимость новинки пока неизвестна. Автомобиль будет оснащаться 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью более 200 лошадиных сил, трансмиссия 7-ступенчатый робот или 8-ступенчатый автомат, привод, соответственно, передний либо полный. В перечне опций окажутся в том числе функции автоматической парковки и вызова авто со стоянки. Трасса 101. Зима в этом году в наших широтах запаздывать не собирается, говорят синоптики, как и вступать в свои права раньше. Поэтому время смены летней резины на зимнюю наступит после 20 октября. Специалисты напоминают, что это необходимо делать, когда среднесуточная температура воздуха перестанет подниматься выше плюс 6 градусов. Снежный покров установится не ранее ноября. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.